Io ho scoperto il segreto. Раскрыл секрет небесного обеспечения. Деньги это не зло. Il male non solo è questo. Зло это когда нет денег. Самое легкое это материальное, запомните. Задают вопрос, почему ты сейчас процветаешь? Я раскрыл секрет. Раскрыл секрет небесного обеспечения. И вы знаете, я говорю вам, нельзя стесняться процветания. Не только бизнесмены должны процветать. Услышьте меня сегодня все, кто в эфире, по всему миру. Вы скажете, да ты живешь просто в такой стране. Какой стране? Я жил в Украине, которая все время стояла на коленях перед иностранцами. Чтобы им помогли. In modo che loro aiutino. Все пастора стояли на коленях, чтобы им дали поддержку. Tutti sono sempre chinati sulle ginocchia per avere del sostegno da parte di qualcuno. Со всего колледжа нам двоим с Викторией не дали поддержку. In tutto il nostro collegio sono solamente due che non ci hanno sostenuto. Всем дали, нам не дали. Tutti loro ci hanno dato e noi abbiamo dato loro. Но это делал Бог. Ma questa in realtà è una cosa. За всем стоит Бог, запомните, даже Dio за тем, что кажется плохим. Dio vede tutti voi. Dovete ricordarvelo. Чтобы отлепить, оторвать тебя. In modo da strapparti. И теперь послушайте. Dal male. Все должны процветать. Вы слышите или нет? Tutti devono prosperare. Mi sentite o no? Tutti voi. Дайте мне Библию. 2 Коринфянам открой. Бог же, 8 стих 9 главы 2 Коринфянам. Силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство. Io vi darò la grazia divina in modo che avete sempre tutta la ricchezza всякое di cui avete bisogno. Di cui avete bisogno. Tutto quello di cui avete bisogno. Дорогая, у тебя уже есть сережки? Cara, ma tu hai già нет, какие? Всякое довольство. No, tutto quello di cui tu hai bisogno. У меня всего 11 сережек. Tutto l'abbondanza, hai solo 11 orecchini. Всего 11 пар, я хочу 13. Io ne voglio 13 di paia di orecchini, non 11. У меня есть одна машина, ho но una я macchina. Хочу 5. E ne voglio 5. Послушайте, всякое довольство. Vangelo dice Бог хочет, чтобы ты имел всякое довольство. Если ты принимаешь, закричи сейчас! Аллилуйя! Закричи у себя в эфире! Аллилуйя! Я принимаю это слово! Люди всю жизнь вырывали tutta la loro vita cercano di tendere a qualcosa. Слова из Библии. Le parole della Bibbia. Из контекста. Della coelec, delle sentenze. Из послания Тимофею. Della salvezza di Timoteo. Я вас буду учить этому. И там говорится, корень всех зол – сребролюбие. Помните? Vi ricordate che si parla sempre dell'oro e dell'argento in quella parte? Так подождите, зло – деньги или любовь к деньгам? Ma non ho capito, è l'amore per i soldi деньги? O l'amore per l'oro? Это не зло. Il male non sono le persone. Зло – это когда нет денег. Il male è quando non ci sono i soldi, non se io ne ho troppi. Dai Богу славу! Почему я должен выходить сюда в каком-то скромном костюме? Perché devo sempre pensare come esco, devo essere umile? Я завишу от твоего пожертвования. Дорогой бизнесмен, дорогой политик, послушайте. Вы мне ничего не дадите. Voi non mi darete nulla. Я собираю вас всех, братья и сестры. Io vi voglio raccogliere tutti qui, cari fratelli e sorelle. Все в эфире, послушайте, по всему миру. Tutti voi che siete nel mondo, это тысячи, тысячи, тысячи людей. Sono migliaia, послушайте. Mi dovete ascoltare. Я собираю вас, чтобы вам дать. Io vi raccolgo per dare a voi. У меня все есть. Io ho tutto, non ho bisogno. У меня уже здесь около 10 машин. Io ho già molto più di 10 macchine. Я приехал на Rolls-Royce. Sono venuto qui con una macchina lussuosa. У меня все это самая лучшая Ferrari, которая только вышла и ни у кого еще нет. Sapete, Ferrari migliore del mondo, non ne troverete nessun'altra parte se non da me. Которую, если вы захотите купить, che non potreste mai comprare. Вы запишетесь. В этот клуб пройдет 10 лет, вас поставят на очередь, и через 5 лет скажут, когда оно у вас будет. Оно у меня во дворе стоит. Мы с Виточкой катаемся молиться на ней. Дай Богу хорошие аплодисменты.
А то у меня такое ощущение, что ты завидуешь. Altrimenti ho la sensazione che voi mi invidiate un po'. Если ты радуешься, что сегодня обычный верующий процветает. Я обычный верующий. Я из нищеты. Sono normale credente. Мы жили с Виточкой в доме, миссионерами, с тремя детьми. Siamo praticamente dei pensionati con tre figli, come qualsiasi. В нашем доме не было батареи. Non avevamo neanche i radiatori, non avevamo riscaldamento a casa una volta. Не было стекол. Non avevamo nemmeno i vetri. Была клеенка просто. C'era solamente un panno che copriva. Не было полов, был просто бетон. Non avevamo praticamente neanche i pavimenti, solamente il calcestruzzo. Зима минус 27. Meno 27 d'inverno. Мы одевали куртки, dovevamo mettere le giacche, шарфы, le sciarpe, шапки, i cappelli, заматывали детей тоже так. Dovevamo sempre. И у нас была такая печка. Anche i nostri figli. Знаете, кругленькая такая. Vi ricordate quei piccoli? Спиралка. Quelle piccole stufe. На которой не закипало молоко, даже если мы его, оно к нам попадало. Ve la ricordate com'era fatta, no? Это все, что было. È tutto quello che avevamo. А в пол восьмого утра уже молитва. E poi continuiamo a pregare. И целый день ты 8 часов. Ты молишься, сражаешься. 8 ore a lavorare tutto il giorno. Дорогие, мы знаем, что такое нищета. Noi sappiamo benissimo cosa significa vivere in indigenza. Однажды у нас появились деньги на. E quando sono arrivati i soldi? Трехлитровую банку молока. Chiaramente noi abbiamo semplicemente comprato del latte. Мы были такие счастливые, потому e что. E solo con del latte eravamo così felici. Нечем было кормить детей, perché молока не было. Non potevamo dar da mangiare neanche i nostri figli. На воде. Avevamo pochi soldi. Мы сами, я весил 62 килограмма. Io avevo 62 kg al tempo. Сейчас adesso я вот похудел 118. Sono dimagrito e ne ho 118. Но тогда весил 62. Вы меня, наверное, не узнали, да? 62 kg. Non mi avreste riconosciuto probabilmente. Не узнали, поверьте мне. No, non mi avreste riconosciuto, credetemi. Так вот, послушайте, quindi, и вот мы с Виточкой идем. E noi invece adesso con Vittorio andiamo avanti. На базар, представьте, какое Al это mercato. Счастье. Che felicità, immaginate. Это не сравнить с Rolls-Royce. Non c'è neanche da comparare alla Rolls-Royce. Это не сравнить с Mercedes-ами. È incomparabile anche la Mercedes. С теми машинами, что у меня на Бали. I машины, le macchine che мотоциклами. Ho a Bali. На свете, я всего даже не знаю сколько. Non so neanche più quante ne ho. Я ни у кого ничего не прошу, оно приходит просто от Бога. Non mi viene neanche più in mente. Я научу вас этому. Io comunque ve lo spiego come si fa andare. Я научился. Не preoccupatevi, vi spiegherò come si fa ad avere questa abbondanza. Самое легкое – это материальное, запомните. La cosa più facile è quello materiale. Дорогие друзья и партнеры, наше сердце наполнено благодарностью и любовью каждому из вас. Спасибо за ваши молитвы. Мы благословляем вас и ваши семьи. Пусть мир Божий наполнит ваши сердца. Этот прекрасный саммит, который стал ответом для миллионов людей, вышел благодаря вам, дорогие партнеры. Это был не просто саммит, а было обрушение его славы в зал и на каждого, кто был онлайн по всему миру. Сколько людей, которые пережили реальное прикосновение Бога. Родились заново, сколько получили исцеления от болезней, от смертельных приговоров, сколько людей, которые встали с инвалидных колясок, и мы каждый день слышим свидетельства Божьей славы. Если ты еще не партнер, я призываю тебя, помолись Господу и прими решение стать партнером. Благодаря тебе, видение, которое дал мне Бог как апостолу, принести Евангелие и Божие присутствие в каждый дом на планете будет возможно осуществить с помощью твоей финансовой поддержки. Я благословляю каждого человека, кто решил стать партнером. Мы хотим, чтобы вы знали, мы любим каждого из вас, мы молимся за каждого из вас. Чтобы стать партнером, посетите наш сайт или напишите нам. Пусть Бог укрепит вашу веру.